Всем привет, это небольшой обзор от сайта ChinaPost.ru, и сегодня подробно разберемся, как открыть русскую версию сайта GarBest и как ей пользоваться. Многие, наверное, видели, вверху сайта есть переключатель языка, но это немного не то. Тут, получается, все работает через Google переводчик. Есть вроде бы куча разных языков, но все очень коряво. И точно так же вот снизу вроде есть типа знак «перейти на русский язык», но это переход через Google Translator. Это автоматический перевод сайта, и поэтому ничего там не понятно. Вот. Поэтому, чтобы перейти на русскую версию сайта GarBest, вместо www вверху видите ru.garbest.com. Вот я не знаю, видно будет или нет. Ссылочку я оставлю под видео, чтобы вы вручную не вводили, как перейти. Вот. И перед нами открывается полностью русская версия, полностью русифицировано меню. Вот даже рекламка тут на русском. Все полностью на русском. Крится оплата, регистрация. Вот даже если нажать авторизироваться, вот все как бы на русском, все просто и понятно. Также вот есть сверху прикольная вот переключалка, называется «Цена». Вот сверху, не знаю, видно будет оранжевая. Тут можно выбрать страну доставки. Вам будет сразу показывать, есть ли доставка в вашу страну. В принципе, доставка идет по всему миру, но некоторые доставки не доставляют. Ну, не, точнее, некоторые товары могут не доставляться в вашу страну, поэтому вот удобно поставить такой переключатель на ту страну, в которой вы находитесь и в которую собираетесь заказать товар. Также есть валюта. Переключатель очень удобно, чтобы цены не обязательно в баксах. Можно поставить в рублях. Потом уже тут еще есть евро. Ну, доллар, разумеется. Есть даже уах, гривны. Потом, сейчас гляну, может есть белорусских рубчиков. Вроде бы нету. Ну, вот, в принципе, большой список валют. И когда выбрали, нажимайте кнопку «Сохранить». Вот, все очень удобно. Вот. Вот так это работает. Также заходите на наш сайтик chinapost.ru. Здесь вы найдете кучу всяких интересных видеообзоров товаров и покупок из Китая с интернет-магазина GarBest. Также, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем спасибо за просмотр.